Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт арнасының телекөрермендері. Футзалдан әлем чемпионатын көрсетілуін жалғастырамыз. Халид Книч, мароккалық төреші, екінші қазы қызметін атқарады. Ал Тунистен келген Аймен Камаун бұл матчтың үшінші төрешісі екенде айта кетейік. Міне, енді ғана басталды. Қазақстан құрамасы үшін әрине жанкүйерлік етеміз. Никита қазір тағы да шығатын шығар. Біржан Оразов бері қарай Тайнанды іске қосты. Дәурен Тұрсағұлов алда доп күтіп жатыр. Тұрсағұлов өкшесімен жақсы пас. Тайнан тағы да бір мүмкіндік еді. Алайда Тайланд құрамасының қақпашысы Катавут Хан Кампа сейф жасады, қайтарды. Екінші сейфі асығып жатқан жоқ. Әзірше жалпы Дуглас негізі салқынғанды ойнайтын жігіттердің қатарында ғой. Өткенде Қазақстан құрамасы сапында 60-шы кездесуін өткізген, бүгін 61-ші матчын өткізуде. Дәурен Тұрсағұлы, Біржан Оразов, Дуглас соққы, Тұрсағұлы! Және Қазақстан құрамасы есепте алға шықты. Дәурен дегеніне жетті. 1-0 есеп. Спокойно разыгрывает. С Дугласом Тайнан одного прошел. Можно и нужно отдавать передачу. Тұрсағұлов уходит от защитника. Тұрсағұлов тащит буквально дальше мяч. Он тут ворот Фонгсама Аэо. Отлично действовал Дуглас. 2-0. Шикарно ловит мяч после подачи от углового. Вот так сборная Казахстана играет. Вот так она делает счет 2-0. В великолепном стиле. Стандарты — это тоже наше оружие. И реализовано оно великолепно. Вот она, пушка. Да, тут какая бы реакция у Катаута Ханкампа не была, выручить он не мог. В самый уголочек Дуглас просто кладет мяч. Идеальный удар по точности, по силе. Идеальный розыгрыш от сборной Казахстана. И как-то его, наверное, в этом случае объяснить удар. Разовая вывозка 3 в 1 может состояться сейчас. И уже Таиланд может сравнять, ну, отыграть разницу. По крайней мере, отлично играет Дуглас, возвращается назад. Да и заблокировали бьющего, не дали возможность вороту Вангсама Аэо, как подобает, приложиться к мячу. Но это очень опасно было. Там где обороняются, это правильно. Мы должны перенести их туда. И там, где мы обороняемся, мы должны просто заставлять, чтобы они постоянно были там. Они будут нам давать мяч. А они себя чувствовали хорошо, когда мы начали здесь очень пассивно играть на это поле. Я таймаут и попросил, чтобы мы сдвинули игру туда. И один момент еще, ребят. Дали. Надо забивать гол. Надо забивать тот тушу, который надо вот туда залезет вместе с мячом в ворота. И мы должны это делать. На игра еще много. И зависим от того, что мы делаем сейчас, окончательно мы будет. Давай. Тайван, кстати, в Азии тоже поиграл. Веране был. Там футзал, как вы знаете, хорошо развит. Да. Да и в Таиланде, кстати, тоже неплохо. Удар есть дальний и гол. Это рикошет, но все-таки-то 3-0. Дуглас. Отличное попадание от него. И вновь все как-то по классической схеме. Пас от Тайнана, а дальше завершающий удар. И вновь, и вновь, и вновь. Это Дуглас. Теперь попадает он в Чаевата Джамраджанга. И послушайте, что звучит на арене. Джитсада. Арғарайы пас. Тайнан тартып алдық. Бірақ Тайнан. Және бос қақпаға. Төртінші гол. Төртінші гол. Есеп 4-0. Қазақстан құрамасының пайдасына. Есть четвертый гол Тайнана на этом чемпионате мира. Он закрепляется в статусе лучшего бомбардира нашей сборной на этом турнире. Отлично отработали здесь в ситуации 2 в 2. Очень цепко сыграв. Дальше вывели Тайнана, но тут уже с Нургожным они вместе разобрались, да и не спорили. Тайнан пробил по пустым, прицельно. Прекрасно видел, что ворота пустые, причем низом на исполнение 4-0. Хотя, опять же, подходы есть. И тот же момент, когда Чуде не успел как-то пробить, нерасторопно совсем сыграл. Тайнан, ворота пустые, в центр. Давайте еще один. Несите сюда эту путевку в четвертьфинал, Нургожин. Есть пятый мяч. И это, конечно,
Но это роспись. Давайте не будем скромничать в этом случае. При счете 5-0. Сомневаюсь, что Таиланд тут какой-то чудесный просто перформанс продемонстрирует. Какое-то перевоплощение буквально. И отыграет с такой разницей. Такую разницу. А это Нургош, который наверняка еще пробросил мяч, а дальше пробил в пустые. Айланд Курама сапында джирават өнер көрсетуде. Бесінші ойыншы ретінде орта ағырай асылған. Тағы да бір пас және Дәурен Нұрғожин тепті. Арнольд Кнауп 6-0. Арнольд Кнауп әлем чемпионатындағы алғашқы голын соқты. Және Дидар кімге арнады деп ойлайсын. Бұл голды. Ну, поздравляет с рождением ребенка. Что ж, шестой гол есть. И Арнольд Кнауп отличается идеально. Әдемі, әдемі. Өзіміздің айбалаңнан. Нұрғожиннің бірінші соққысы сәтсіз болды. Енді қарсыластың тосқауылына тиіп кетті. Алайда Арнольд тепкен доп дәл шықты. 6-0 есеп. Айланд құрамасының бас бапкері тайм-аут алды. И вновь по восходящей траектории мяч летит. Видимо, в последний момент Игита все-таки коснулся мяча. Фуэнкланг. Очень дисциплинированно обороняемся мы. Честно, очень приятное впечатление сборной Казахстана оставляет Игита. И есть седьмой! Есть седьмой! Да! Игита! Поздравляем! Но это те достижения, которые еще не покорились. Да, на этом чемпионате мира. Есть гол у Игиты. Вот он, лучший вратарь. И надежно сыграть может. И поворотом попасть. Но это что-то, знаете, это даже не из бильярда или керлинга, я уж не знаю. Камень подкрутил. Мимо гардов. И прямо в ворота. Есть седьмой. Конечно, красавец.